Отличного морозного настроения всем зрителям телеканала «Саратов-24» желаю я, Анастасия Куклева. На горизонте уже показались выходные, а у нас в эфире по этому случаю новый выпуск афиши. Список интересных мероприятий уже составлен и оглашен мной будет незамедлительно. Поэтому скорее прибавляйте громкость на своих телевизорах и внимательно слушайте. Мы начинаем. На улице стало холодать, но согласитесь, зима не повод уходить в спячку, не показывать носа из дома и жить перебежками. Особенно если у вас есть маленькие дети, которые с нетерпением ждут выходных, чтобы куда-нибудь с вами отправиться. Если вы еще не определились с выбором, то советую вам заглянуть на детский благотворительный праздник в Happy Mall 2. Там никакие морозы не будут страшны ни вам, ни вашему ребенку, а отличное настроение станет вашим спутником на протяжении всего праздника. Ведь организаторы обещают интереснейшую программу. Вас и ваших детей ждут зажигательные танцы, песни, забавные клоуны, конкурсы и, конечно же, подарки. Ну а в завершении праздника всех гостей ждет доброе чаепитие со сладостями от ведущих кондитерских города. Организаторами праздника выступает благотворительный фонд помощи детям и их семьям «Спасибо за жизнь». А это значит, что все вырученные в этот день средства пойдут в помощь нуждающимся. Приходите, чтобы сделать этот мир чуточку лучше, и вы не пожалеете. Последнее воскресенье ноября – праздничный день, посвященный самой главной женщине в жизни любого человека – маме. Этот замечательный праздник не останется незамеченным и в Саратове. 27 ноября вам, мамы, я предлагаю отложить все дела и заботы и отправиться на праздник в один из торговых центров нашего города. Там вас встретит обширная развлекательная программа, выставка детских подделок и флешмоб «Подарок для мамы», тематическая концертная программа и интерактивное представление. А если возьмете с собой детей, то и им скучать не придется. Для малышей организаторы подготовили конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей, творческие мастер-классы и аквагрим. Также всех гостей праздника ждут бесплатные фотосессии, угощения и дегустации. Ну и, конечно же, множество призов и подарков для детей и взрослых. Приходите всей семьей и проведите этот день вместе. Считаете, что музей – самое скучное место на Земле? Значит, вы никогда не смотрели «Ночь в музее» и не читали ни один из бестселлеров Дэна Брауна. Лишь для непосвященных музея – это стеллажи, витрины и вредные бабушки-смотрительницы. На самом деле витрины зачастую скрывают дыры от пули, а музейные хранилища таят такие секреты, что от их раскрытия содрогнулся бы не один государственный режим. Не верите? Тогда загляните в эту субботу в музей Константина Федина. Там 26 ноября пройдет экскурсия под названием «Музейная фототропа». На один день Фединский музей откроет для вас то, что каждый день скрыто от обычных посетителей. Вы спуститесь в подвал и проникнете за железные занавесы, узнаете тайны профессии и тайны документов. Но помните, самое интересное в музее – это люди. Те, кто собирает, хранит, реставрирует и организует в единое целое разрозненные единицы хранения. Обязательно пообщайтесь с ними, и вы узнаете еще больше интересного из музейной жизни. Дифференциалы, синусы и линейные функции – ваши старые знакомые? А на досуге вы щелкаете уравнения и доказываете теоремы? Тогда вам обязательно нужно заглянуть в эти выходные в лицей-интернат естественных наук. Там 26 ноября пройдет уникальный флешмоб по математике. Это своеобразный аналог тотального диктанта – добровольная проверка математических знаний. Принять участие в ней может каждый желающий. Испытание будет представлено тестом из выбора математических заданий легкого и среднего уровня сложности. На их решение участникам будет дано 1,5 часа. Результаты, как и в тотальном диктанте, будут конфиденциальными и доступны лишь участнику. Добавлю, подведение итогов и награждение отличников состоится 4 декабря. Регистрация участников уже открыта на официальном сайте ЛИЕН, а также вот по этому номеру телефона. Скорее запишитесь и проверьте свои знания. Думаете, чем занять свой вечер, а как вам идея посмотреть баскетбольный матч? Но не на диване перед телевизором, а вживую на трибуне Дворца спорта «Кристалл». Игра состоится уже 30 ноября. На паркете Дворца спорта саратовский «Автодор» встретится с командой «Лиман» из Франции. Состав нашей команды достаточно сильный, поэтому матч обещает быть интересным. Обязательно приходите посмотреть на эту игру. А заодно и поддержите родную команду, ведь с поддержкой болельщиков одержать победу игрокам нашего «Автодора» будет куда проще.
Ну а те, кто не сможет попасть на матч, не расстраивайтесь. Посмотреть игру вы сможете в эфире нашего телеканала в 23:00. Хочется нам того или нет, но настало время прощаться. Радует неизменно одно. Встретиться мы с вами можем в наших группах, в социальных сетях и на сайте saratov24.tv. Ну а следующий выпуск «Афиши» выйдет настолько быстро, что вы даже не успеете оглянуться. Поэтому с легким сердцем я, Анастасия Куклева, прощаюсь с вами. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интересней, чем вы думаете.